Смотрите, сегодня в Вестнике Северодвинска еще есть время, чтобы сделать прививку. В поликлинике Северодвинска поступила вакцина от клещевого энцефалита. Более 5000 рублей за ненужную справку отдали северодвинцы. Они пытались попасть в программу реструктуризации ипотечных кредитов. Областные депутаты обращаются в правительство России, чтобы помочь обнадеженным людям. Прокуратура подвела итоги проверки Северодвинского комбината школьного питания. Безопасны ли детские обеды, расскажем в первой части выпуска. Учебный автомобиль попал в ДТП. Улицу Ломоносова не поделили два Рено Логана. Обо всем подробнее в 19 часов на канале «Свой регион».